Трагедия на дороге в Бабушкинском районе. Накануне в аварии там погибли 3 человека. Как сообщили в МВД, ДТП произошло в 7 утра на 195-м километре трассы Чекшино-Тотьма-Никольск. Лоб в лоб столкнулись ВАЗ-7 модели и Лада Ларгус. В результате погибли 48-летний водитель ВАЗа и 39-летний водитель Ларгуса. Также скончалась 52-летняя пассажирка Лады. В ходе осмотра автомобилей в Ларгусе полицейские обнаружили крокодила, питона, ежа, кролика и морскую свинку. Все животные выжили, их передали сотрудникам МЧС для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение района, где животных взяли на передержку. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Пешехода сбила машина на территории Череповецкого района. ДТП произошло накануне в поселке Климовское. По информации ГИБДД Череповецкого района, водитель на автомобиле Hyundai Accent сбил пешехода, который двигался по дворовой территории. Мужчина получил травму и был доставлен в больницу. На 3 дня отправился в спецприемник нарушитель правил дорожного движения. В Череповце его задержали инспекторы ДПС в свой выходной. Полицейский заметил автомобиль марки «Мерседес». Водитель ехал по встречной полосе Советского проспекта. Инспектор передал информацию в дежурную часть ГИБДД и начал преследовать нарушителя на личном автомобиле. Как выяснилось, водитель неоднократно нарушал. В связи с этим на него была составлена ориентировка. На 21-летнего нарушителя составили несколько протоколов. Также выяснилось, что мужчине в конце августа выдавали требования на устранение тонировки стекол, которые он не выполнил. В этом случае наказание определяет суд. Там ему дали 3 суток ареста. Остальные материалы, которые составлены в отношении череповчанина, будут рассмотрены по подведомственности.